Есть. Есть, ребята, да, задышал? Парню надо выключаем зажигание в машине, ребята. Есть, а что у парня? Алло, диспетчер, скажите мне, какой именно перекресток? Ищите уличные знаки, давай уличные знаки посмотрим, да? Давай. Привет, ребята, сегодня мы с вами играем в инцидент. Инцидент, продолжение спасения людей. Да. Начать симуляцию. Что нас ждет на этот раз, ребята? Я даже... В этот раз что будет у нас? Что будет у нас? Теннесси, США. Теннесси? Теннесси. 2004 год. Ты слышал? Мы нестандартно начинается. Обычно мы на машине едем, а тут мы шли в наушниках по улице, слушали музыку, услышали удар. Да. Давай смотреть, что произошло. На перекрестке авария, ребята. Человек лежит. Вызвать скорую — наше задание, новая цель. Ну давай, звоним по телефону. 900... Батарейка отключилась. Нам не позвонить. На этот раз мы в другой город. Так, обычно телефоны лежат у людей. Смотри, телефон. Давай. Вон валяется телефон, а он работает? Походу нет. Нету. Ну да. Так, ну давай, разблокируем ему багажник. Посмотрим, что там в багажнике есть. Так. Ну возьмем аптечку, она всегда нам нужна будет. Открываем разбитую тачку другую. Тут двое людей, да? Подушки сработали. А с этой стороны что? Женщина! Пока ничего помогать не надо, да? Да? Да. Вот! Где можно позвонить? Я не заметил сначала, я думал, что будут эти всякие мобилы там, а тут у нас просто автомат. Что нам? Пожалуйста, обезопасьте территорию, да? И не вешайте трубку. Ладно, трубку не вешаем, но... Обезопасить территорию надо треугольники ставить. Что там есть в багажниках у этих людей? Аварийные сигнальные ракеты? Такое мы еще не делали. Обычно мы треугольнички, ребята, ставим, а теперь сигналочки. Мы знаем, что надо сделать по периметру ограждения за счет этого. Мы уже знаем это. Это уже наша какая? Четвертая миссия, да? Угу, получается. Так, вот. Зажигательные мы еще, фаеры мы еще не клали на асфальт. Выключить зажигание. Новое задание у нас, да? С этой стороны, потому что сто не зайти. Выключаем. Парню надо выключаем зажигание в машине, ребята. Есть. А что у парня? Проверим его. Как щеку разорвало. Отстегнем ремень. Закинем голову. Послушаем. Сейчас Игорь будет слушать дыхание. Есть? Нет. Не было? Ну ладно, может быть, мы ему... Один раз было. Один раз было, хорошо, значит, есть шанс. Проверяем тогда кого? Кого проверяем? А, зажигание надо выключить еще здесь. Или мы выключили? Мы уже выключили, уже запутался. Ремень отстегиваем, проверяем парня. Слушай внимательно. Дышит. Было, есть. Хорошо, отлично. У девушки. Вы меня слышите, мэм? Ремень безопасности. Давай посмотрим вот здесь. Слушай. Не было. Не было? О, сейчас дыхнуло. Дыхнуло, это хорошо. Так, давай проверим. Вот тут какой-то бомж прошел. Бомжа сбили, оказывается, с тележкой, ребята. И банки разлетелись. А он дышит? Не, не дышит. Это плохо. Что дальше? Проверить... Точное местонахождение. А как его сделать? Давай позвоним диспетчеру. Звоним диспетчеру, ребята. Алло, диспетчер, скажите мне, какой именно перекресток? Ищите уличные знаки. Давай уличные знаки посмотрим, да? Давай. Где у нас зеленые какие-то тут, в Америке, наверное, да? А где их искать-то? Вот они. Вот они. А, это вот. Табличка. Табличка, табличка. А я-то думал. Да, да, вот надо. Теперь, а, это. А теперь надо опять позвонить диспетчеру. В будку телефонную идем. Звоним диспетчеру, сообщаем, где мы находимся. Давай. Теперь должна выехать, по идее, скорая. Или что-то сказать. Получается, надо. Что так. Так, водитель спортивного автомобиля находится в самом тяжелом положении.
Нужно сделать искусственное дыхание. Ну пошли делать искусственное дыхание. Ладно. Помочь жертвам. Это не скоро. Вот он, вот, вот спортивный, красный, да? Да, залезаем. Вытащим его, да? Вытащим его. Так, а вот готовься. С искусственным дыханием сейчас будем делать. Мы уже делали, кстати. Да. Так, сейчас сначала на... Что будет сначала? Сначала нужно маску надеть. А! Ну давай, дружок, давай, 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 давай. Да? Ну, по сердцу? Давай, давай, да, просыпайся. Ну, 30 нужно посчитать раз. Ну же, ну же, ну же, давай, давай, сердце запускаем. Работай, 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 давай, нажимай, откачивай. Отлично, а теперь, наверное, будет маска, да? Так, искусственное дыхание, поехали. Через маску. Есть. Есть, ребята, да, задышал? Два посчитать надо. Тебе надо слушать, похоже. Слушай. Не, походу он не дышит. Не дышит? Скорая приехала, ребята. Одного откачали, остальных, наверное, заберут, да? На этот раз они приехали на фургоне, по-моему. Ну какой-то, да, такой. Ту-ту-ду. Чисто американский. Узнать причины аварии. Ну давай искать улики, как обычно. Да. Тележка. Спортивная машина сбила Фредди или кого там. Что еще у нас есть? Осколки, это что такое? Место столкновения, да? Точно. Две автомобиля. Картон не имеет отношения. Что еще может быть? Две подсказки из четырех, надо еще две. Что еще, ребята? Что еще? В багажнике может что-то есть? Да, в багажнике какая-то подсказка. А что, мы ее не взяли? Почему мы не взяли? Вот, подсказка, телефон. Участвует в незаконной гонке он, оказывается, этот человек-то. А-а-а. Так, и из багажника автомобиль становится посередине перекрестка. Ну, давай делать эту самую, да, историю. Что было? Спортивный автомобиль в уличной гонке участвует. Первое. Дальше. Да. Сбили Фредди. Это второе. Дальше что у нас? Останавливается, и в нее врезается уже синий автомобиль. Успех! Yeah! Успех! Мертвый. А, Уильямс. Уильямс умер. Живой. Фредди. Не Фредди, я перепутал Фредди с Уильямом. Живой. Все живые, кроме Уильяма, бомжа. Да. Ну что делать, ребята? Такое бывает. Ну что, ребята, как вам это прохождение? По-моему, в этот раз мы справились очень быстро. Да, не забудьте заходить на мой инстаграм и подписываться на канал Горюшные Груши. Пока-пока.